нас земля талантливых людей, я считаю. Сегодня хочу вас поздравить с Новым годом, не только вручить награды, с Рождеством, с наступающим. Пожелать здоровья, счастья, успехов вам, вашим семьям, вашим близким, тех, кто вас поддерживает. Давайте приступим к церемонии награждения. В последние дни уходящего года глава региона отметил самых выдающихся представителей культуры, образования и здравоохранения. 5 человек стали лауреатами премии губернатора за личный вклад в развитие культуры Ивановской области. В их числе преподаватель художественного училища Владимир Колобов. Вот уже 35 лет он учит студентов создавать оригинальные интерьеры, украшать окружающую среду. Сегодня я получал эту высокую награду из рук нашего губернатора. Конечно, волнительно и ответственно. И обязывает к новым свершениям. В сфере школьного образования отметили 2 педагогов из Иваново и Вичуги. Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Галине Афанасенко. Почти полвека она преподает географию. Признается, что многое за это время изменилось от методик обучения до технических средств. Неожиданная награда. Я простой учитель географии. Конечно, очень приятно получить такую награду. Потом, наверное, радость в первую очередь. Предновогодний подарок лауреатам преподнесли ивановские музыканты. Струнный ансамбль «Интермеццо» исполнил русский танец Чайковского. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.